Историко-просветительский интернет-портал Российского исторического общества и фонда «История Отечества» ежедневно посещают более 3000 человек. Портал состоит из 18 разделов и 51 рубрики. В открытом архиве размещаются документы, передаваемые РИО для публикации. База архивных источников постоянно расширяется. Сейчас в процессе добавления более 500 документов Центрального архива Минобороны России по истории освобождения Восточной Европы от нацизма. На портале можно узнать и о новостях членов РИО, событиях в мире исторической науки, прочитать интервью ведущих историков. Каждое мероприятие РИО остается в фотоархиве и видеолетописи. Ролики размещаются как на портале, так и на канале в YouTube. К настоящему времени создано уже более 50 региональных отделений РИО. На портале регулярно размещаются новости и фотоматериалы об их деятельности. В разделе «Спецпроекты» 7 электронных образовательных ресурсов. Границы России 1462-2018 годы. Это картографический проект, созданный членом РИО, компанией «Руниверс». Ресурс содержит данные об изменениях границ нашего государства со времен Ивана III до настоящего времени. Проект «Цифровое средневековье» позволяет проследить в исторической динамике изменения границ и внутреннего устройства политических, административных и церковных единиц. К карте привязаны все политические и социокультурные события эпохи, а также участвующие в них персонали. На сегодняшний день собрана и обработана информация о более чем 50 тысячах событий и правлений, включающая в себя более 26 тысяч персоналей и 3 тысячи политических образований. Один из наиболее значимых спецпроектов – оцифровка материалов германского происхождения, перемещенных в результате Второй мировой войны на территорию СССР. Проект реализуется с 2011 года по инициативе администрации президента Российской Федерации. В результате работы, которая проводится под эгидой РИО, к настоящему моменту оцифровано более 14 тысяч дел. Документы относятся как к периоду Первой, так и Второй мировой войны. Общий объем оцифрованных документов в итоге составит 1,5 миллиона листов из более чем 30 тысяч дел. Памяти героев Великой войны 1914-1918 годов. Портал, созданный Федеральным архивным агентством и Министерством обороны России при поддержке Российского исторического общества. Это первая официальная база документов об участниках и событиях Первой мировой войны. Сейчас для поиска доступна информация из документов о потерях русской армии, включая более 6,5 миллионов записей из картотеки бюро по учету потерь на фронтах войны. Более 5,5 миллионов записей из дел с именными списками потерь солдат и офицеров. Более 3,5 миллионов записей из документов по военнопленным. Электронная библиотека исторических документов предоставляет доступ к архивным документам, опубликованным в России с 1991 года. В настоящее время здесь представлено более 45 тысяч документов. К концу 2019 года будет опубликовано 100 тысяч документов. Историко-просветительский портал РИО не ограничивается традиционными форматами представления информации. Благодаря виртуальной реконструкции есть возможность прогуляться по разрушенному Страстному монастырю. На портале также размещается и интернет-версия вестника «Воронцово поле». Фонд «История Отечества», созданный указом президента России для поддержки программ исторического просвещения, оказывает на конкурсной основе финансовую поддержку изданию книг, проведению выставок, организации международных и общероссийских мероприятий, участию молодежи в археологических раскопках, созданию документальных фильмов. С начала 2017 года поддержано более 300 проектов. Историко-просветительский портал РИО – это пространство для каждого, кому интересна достоверная информация о прошлом нашей страны. Подписывайтесь на нас в социальных сетях.